Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 696. Перегните лист бумаги пополам и вырежьте ножницами какую-нибудь фигуру, имеющую ось симметрии. Возьмем лист бумаги и перегнем этот лист бумаги пополам. Вырезав любую фигуру, эта фигура будет иметь ось симметрии, линию сгиба. Например, вырезав вот такую фигуру, мы будем иметь фигуру, которая имеет ось симметрии по линии сгиба. Мы выполнили номер 696. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.